пойдем, там он ребенок. Я с российской женщиной хотел бы. Все как обычно, ничего не произошло. Мне больше видно. Тут только одни флаги. Маленькие флажки. Когда я снимала в начале, я даже не видела товарища. Мы хотим подарок. Да. Что, смотаемся уже быстро. Надо будет во второй раз съездить. Ты скажи маме, что мы бензин не экономим. Конечно, съездим, но смотрим. Блин. Вы меня хотите, наверное, чтобы я упала в этот, как всего вашего. Сумочку маленькую.
девочка, ну такой, это просто так себе придумала. Такой вот, ну, карточек. Что вы? Кольца повесить, надо же ленту и стянуть. Ну, я думала, на кольца просто. Я не умею. Знаете, не любитель таких. Я люблю. Со скалкой, тихонечко, чтоб никто не знал. На работе уж ладно, там без конца это все было. Ну что, будем с выстрелом? Ну, дело ваше, как вы хотите. Опа, опа. Ура! Да. Вот, так что, Господи, милостивый. Я уже две недели и не сплю. Пап, давай бери. Давайте, давайте, девочки. А ты? Папа! Раз, два, три, четыре. Посвящается юбиляру. Так, давай. Сегодня вечером, из юбиляра, скажем прямо, делать нечего. Мы соберемся за столом, бокалы полные нальем, и за его здоровье песенку споем. Пора нам отметить, пора праздновать, словно юбилей. И этот день встретить большой компании родных друзей. Пускай тебе не 20 и не 30, пускай ты планку своей бодрости не отпускай. Следить будем строго, от нас не скроешься, ты так и знай. Мы видим бравую, бравую мамулю стройную, красивую, кудрявую. Пусть чередой идут года, но мы желаем, чтоб всегда душа в мамуле оставалась молода. Пора нам отметить, пора праздновать, славный юбилей. И день этот встретить большой компанией родных друзей. Пускай судьба порою к нам жестоко, пускай в ответ свои шуточки ныния не допускай. Сегодня вечером, без дорогого юбиляра делать нечего. Мы выпьем раз, мы выпьем два за юбилей и за дела, но чтобы завтра не болела голова. Со своей. Это еще не все. Понимаешь? Господи, ой, мамочка, дело в том, что сегодня, в день твоего рождения, так, на твоей родине, в Неживке, было выпущено специальное шампанское Александра. О, мама. Турецкое шампанское Александра. Исключительно высокого качества. Так и я там изготовлено в Неживке Орловской области. Выдержка 25 лет. Рекомендуется пить охлажденным, ограничений вот в употреблении нет. А ГОСТ, который к разрешению вот определил, 12 декабря 2005 года. Но только... Я не помню, где у меня такая стаканчика, я смотрю, в альбоме есть или нет. Да, наверное, и нет ее. Я ее оттиснула. А теперь будет. Да. А теперь будет. А теперь на бутылке будет. Поближе. Подожди, Алексей, подожди. Ну я не могу. Поближе название и это. Нельзя этикетку. Уже снял. Да. Я тебя сейчас фотографирую. Подожди, это на камеру. Стесняется. Ну как? Давай еще раз. Ну так что ж, я и буду держать все вот так. Ой, знаете, Максим, я вообще-то думала сначала, женщины вот вокруг меня все. Я вообще какая-то бабка все-таки с причудием, я вам скажу. Да. Вот все люди, я вот людей с одной поговорю, с другой поговорю, с третьей, кто чем интересуется мне. Да-да-да, ага, я всегда, знаете как, с бабками. Вот некоторые посмотрели, и все. Я, например, смотрю концерт, вот там хоть Витаса, хоть там Газманова, хоть там кого. Я не только голос определяю. Я смотрю, как они одеты, как вот ведет. Вот, например, новый артист. Вот этот, как он сейчас поет с Валерией. Пьеха. Уже какой. Стас Пьеха. Бабкин. Сынок-то, да. И вот он. А,
Ты одной ногой. Думаю, ну ты же хорошо поешь. Ну, а ведешь уже себе на сцене не очень красиво. Уже не это. Потом вот этот, как этот, Дима Билан. Симпатичный, интересный. Там о нем в газете очень много писали о Диме Билане. Он очень интересный такой, вроде парень, все. Вот. Ну, вот тоже, вот везде. Вот на сцене не только надо голос, не только надо голос, голос иметь, уметь, а надо еще как себя вести. Ты не записываешь, когда ты в туалет ходишь? Нет, не записываю, это не надо. А когда купаюсь, записываю. Купалась такого-то, стирала такого-то. Да. А в туалет когда ходила? Я не знаю, как у вас, а у нас в дивизии. 90 лет старухи командует дивизией. Да, такая молоденькая, как ты, девочка. Потом пишет, я эти стушки вам я спою, никогда не устаю. Пела бабушка, прабабушка, и я теперь пою. В разные времена звонила Людмила. Вот, Саша созвонил, и Ира, и другие звонили. Вот, все записано. Кто когда звонил, кто когда с моря. За Максима я еще не написала. 12-го. Ну, вот. Так не только за Максима, там и Алена, и Алина. Да, там все. Ну, я не могу подробности такие уже. И Алина, это уже интим. Это мне уже на такие книги. Амбарная книга понадобится. Да. Он телевизор, а когда купили телевизор Samsung 13 марта 97 году, в спальне, вот, которой стоит, купили. Через месяц сегодня. После нашей свадьбы. Люда звонила 14 марта 202 года, сообщила о приезде в субботу 16-3 202 года. Попробуй вот тут вот меня. Все тут. Когда ты приезжала. Ну, вот так вот. И со звонками тоже. Вот это. Ну так это ты насобирала. Вот по телевидению, из газеты. Кто чего говорит поговорку, я записываю. Ну ничего себе, 3000 с лишним. Да. Вот. У тебя там нумерация ведется? А как же? Каждая поговорка пронумерована. 3023. Наверное, повторяется. Себе. Нет, повторяется очень мало. Это, если я забуду, я повторю вторично. Но это пусть будет. Не можешь взять красотой, бери умом. Побеждает не тот, кто умнее, а тот, кто хитрее. Уважение к старшим ведет нас к мудрости. Скажите, вот. Жизнь родине честь никому. Кого люблю, того и наказую. Это слова пастыря, вот этот Кирилла. Вот. Теперь. Самые красивые вещи жизнью каждый час. Пока ты ей недоволен, она проходит. Пока ты ей недоволен, она проходит. Каждый час надо радоваться жизнью, а не то, что вот надо так и надо. Запомни, Максим. Да. Радуйся жизнью каждый час. Пока ты ей недоволен, она проходит. Выучена здесь. Куда кум, туда и ум. Вот. Над недоучками не плачут. Недоучки. Поняли? Несется куда потом. Да, вот именно. Жена без присмотра, что кобыла без устали. Жена без присмотра, Максим. Да. Максим, учти. Глаза – это зеркало души. Уверенность – залог победы. Сильность восторжествует, только надо уметь ждать. Надо ждать и долго, может быть, надо. Революционные афоризмы это называют. Мы думаем счастье неизменным. А что дорого вечным, но это не так. Вот счастливые вы думаете, что это никогда не изменится. Вот, а это может все, что дорого вечно, но это не так. Может все измениться. Алина! И тут такие умные, что вообще вы в жизни не слышали. Тут всякие. Ты опять дергаешься, да?
Попытка не пытка. Что? В Бога не веришь, а молишься. Бог не выдаст, свинья не съест. Написала. Махмуд какой-то написал. Здесь в скобках написано. Сняла? Да. Махмуд какой-то написал. Махмуд интересный. Жизнь похожа на лестницу. Человек живет до тех пор, пока карабкается наверх по этой лестнице. Написал? Нет. Махмуд. Это Махмуд какой-то. Да, сам написал он. Да. Значит, ты Махмуд. Телега жизни не может проехать по той же дороге. Телега жизни не может проехать по той же дороге. А, я поняла это. Что-то время лезет. Жизнь, ну, это не правильно. Может опять. Не все тропинки ведут начаться. Коня к водопою. Не все тропинки ведут коня к водопою. Слушай, меня снимают, а я можно тут... Можно мне читать? Да, ну давай, теперь ты почитай. Вот и читай. Только не рассыпь, там у меня записи, он видишь, сколько всяких. Вот и бабушка еще стоит. Это еще была я молодая, вот тут ходила, видишь, как иду. А эти были, я в Монечке части работала. А там идут, кино на улице раньше было, и идут, кричат, Шурочка, подождите, пойдемте вместе, там парни. А я так, наверное, все на лошади не ходят. Пошла. Вот все время. Это никогда не было. Твоя поговорка любимая, молодость была. Да. Гордость едет верхом, а назад идет пешком. Китайская пословица. Вот это, пословица. Вот это как раз и моя пословица. Умнее тот, кто сильнее. Да. Вот уже прочитала. Вот поэтому у Макса рука и сломана. Вот тебе, пожалуйста. Я тебе могу потом это подарить. Я Ришке предлагала. Не захотела? Ну, мне можно, я люблю. Она не любитель таких, она нет, Иришка не любит такие вещи. Нет худа без добра. Да. Слушай, а нам на уроке часто задают пословицы. Ну. Мы думаем, вон откуда с тобой писать. Ну. Бабушка, бабушка будет продолжать еще, наверное. Ну, еще конечно. Когда закончишь? У бабушки уже там к концу идет. Ну, конечно, бабушка должна кому-то ее отдать. Вау, книжку. Красная ручка. Ну, откуда у тебя красная ручка? У меня красная. Как, вот день рождения я написала свой красной ручкой написала. 12-го хотела бы красную ручку иметь. Да. У тебя есть дома красная ручка? Беднота и на соломинке держится, а богатство и на веревке не удержишь. Вот так. Вот и думайте, как на соломинке. На соломинке или... Ой, мне уже голова заболела. Ля-ля-ля. Олег, ты будешь мне помогать? Сейчас, давай последнюю песенку бабушки споем. Ой, и уже... Закругляться. Последний тост, да, и стол бы. Все вот так вот. Да, очень. Только ничего там не рассыпь, все эти. Чтобы было. Ну, песенку тебе еще одну мы поем. Да. Три. Тост. Четыре. Ну-ка. Крутится, вертится шарик земной, крутится, вертится вместе с тобой. Крутится, вертится, годы летят. Вот Александре уже 75. Как эти годики быстро бегут, давно ли я сосала мамину грудь. Теперь уже правнучка быстро растет, школу закончит и замуж пойдет. Ой. Вспомни, какой ты молодкой была, сколько задора и сколько огня. Все это есть до сих пор у тебя, будь же такое для нас ты всегда. Рядом с тобою сидим мы, родня, ближе которых и нету тебя. Умный и красивый, порода видна, трудяги какие, ну, в общем, в тебя. Да-да. Все мы собрались на твой юбилей, рюмки нам полные, быстро налей. Выпьем до дна мы сейчас за тебя, чтоб ты, дорогая, жила и цвела. Чтобы от счастья светились глаза, чтоб только от смеха катилась слеза. А хохотать мы умеем с тобой, с нас обхохочется шарик земной.
Поднимем за твой юбилей. Если не хочешь, ты с нами не пей. Ты только нас слушай и будь веселей. Радуйся жизни и не болей. Максим, надо еще отключить лампу. Еще напоследок советы дадим. Мы рады сегодня, что рядом сидим. Ты постарайся советы принять и строго, мамулечка, их выполнять. В гости почаще ты к нам приезжай, теплее одевайся, пореже чихай. Витаса слушая, ты подпевай, жених подвернется, хватай, не зевай. Ой, это не надо. А этот цветочек ой, тебе. Так, а кто же написал? Есть тут эти исполнители? Нет, я могу сказать, кто. Вот. Кто написал, тут нету подписи. Я же бумажки не принимаю. Тогда да. Я могу тебе сказать. Пожалуйста, вот это подписи. Вот. А, своя ручка. Подписи, пожалуйста. У тебя есть ручка? У тебя есть ручка на зеркале у меня. На. Только надо по-другому заколоть. Ой. Чем очень даже модно. Ой, пожалуйста. Ой, сейчас. Алина. Иди сюда, Алина. Он угадывает закололись. Распишитесь. На, заколи-ка себе. Ну вот какая тебе лучшая, пожалуйста. Коричневый лучше. Ну вот коричневый, наверное. А это же блеском. Ну, посмотрим. Алин, подожди, вот здесь. Да, рубашки оставил. Кто он сочинял, скажите? Она сочиняла. Кто ж про тебя-то сочинял? И что же, ты ночами сидела, сочиняла? Нет, на работе в обеденный перерыв. Ну, а последний куплет на работе. Ты, Алина, подпись напиши, пожалуйста. Хоть этого. Слово хоть Алина и подпись. Грибы могли бы докушать. Бабушка! Батюшка сказал сегодня. Батюшки. Что, надо? И правнучка Алина. Ну, допивайте свои. Я буду тебе сестрой, сестрой. Милое мое, зубы тебя. В том краю далеком есть у меня сестра. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, я буду тебе чужой. Буду тебе чужой. Милая моя, чтобы я тебя. Там, в краю далеком, чужая мне не нужна. Не донесется он до меня. Я помню, ох, я эту песню любила и пела. Потом последний. Ну так скажи, когда вернешься. Ну так скажи, когда встречать. А сердце что-то мне обещает. Тебя мне больше не увидать. Вот и все, вот вам Гурченко. У Гурченки тоже голос уже есть. Спасибо за песенку. Гурченко. А вот. Саша с бабушкой Людой. А это Максимкина работа. Дай-дай-дай. Али Бабёш. Максимкина работа. Здравствуйте, дорогие дедушка и бабушка. Видишь, какие маляки какие. Саша. Первую четверть я закончил без троек. На каникулах я ходил в бассейн, играл на аккордеоне. Научился хорошо плавать. Летом, дедушка, будем плавать на береганке. В музыкальной школе получаю одни четверки. В школе меня избрали командиром класса. Она все время пищит, просит траву. А травы уже нет. Кормим свеклой, морковкой и капустой.
Папа уехал в отпуск в Черняховск. Мы его ждем на этой неделе. А Саша научился плавать, как у него учебные успехи. Вот и все, Максим. Саша, кто это? Ну, сейчас Людочка придет. И загадку загадает. Лимон, Чиполлино и помидор. Вот. Ну, а ты сам рисовал. А вот теперь, Лена, вот послушай, как мы. Из семьи, вот можешь даже записать, из Клерима Маглавина, в семье, которая делал вот эти... Пусть будет так. Ну, чуть-чуть надо. Не надо, бабуль, пожалуйста. Ты бисквиты? Наша бабушка, она была, то есть наша мама была очень интеллигентная. Она окончила 7 классов, а в то время это как, наверное, 10 классов было. Она нам всем помогала уроки делать, все. И все. Она нас никогда чертом не назвала. Вот 4 нас сестры. Я сейчас подумаю и думаю, как у нее хватило терпения. Этот воду надо нести было далеко, еще под горочку так. Было. Раньше. Пусть Юра. Юра, скажи, пусть Юра. Бабушка моя прожила. Да. 113. И она никогда, вот с нами она кушать никогда не сядет. У нее ни одного зуба не было. И она всегда говорила, кушайте, я что останется, я сама покушаю. Корки мы не любили. Я, например, и сейчас эти корки не люблю хлебные. Она их все размочит, там где-то сядет, и обязательно она их там уже скушает. Но я ее никогда не видела, чтобы она с нами садилась кушать никогда. Но у нас в семье никогда не было сквернословий. Никогда. Даже черта не было в семье. Я вот выросла, когда мы вот с Кори начинаем, я говорю, у нас в семье, я не понимаю, что самогонка, водка. Я вообще пьяных не видела в деревне до 15 лет, пока сюда не приехала. А он говорит, это только одна деревня, где ж ты выросла, и Мария. Единственная деревня была в России. Где матом не ругались. Где ни матом не ругали, где не выпивали. Не было ни самогонки, ничего. Вот. Это только одна деревня, где вы выросли. Вот это его очень это злило. А приехали как-то к дедушке моему, ну, к мужу, в деревню в эту. Чувакина. Там показывали все. Чайниками самогонки пришли нас угощать в деревне. Это ужас. Еще выпьют вот так, стакан нальют, а самогонка вонючая. Знаете, вот так вот выпьют еще, вот так, и стакан еще перевернут бывало. А я, ой, не могла. Они на меня злились, думают, что тут за баба приехала такая, еще выбражает, наверное, знаете. Сколько мне тогда, 67 лет было? Юра во второй класс ходил. Это 60-летие папы, юбиляры, 88-й год, Мария и Николай. Да. Ну, в общем, дорогие, я поставила чай, все, хватит. Она ждет беленький торт. А мы ее никак не заведем. Это тетя Маркуша. Это мамина сестра. В Крыму мама, мы ездили отдыхали все время. Мамина и мама сестра. Они приехали в Симферополь из деревни. И мы были в гостях. И он этот потерял зубы. На диване лежат. А я никогда не знала, что там какие-то зубы должны быть вообще. Дядя Вася вот этот. Вообще чудо. Не дядя Вася. Это попросила а вот поехать. Ну кто я, кто же? А с кем? А это была соседка наша, мы работали вместе. Ну и вот и она это самое. Ну вот последняя. Что тут у меня? Уже из носика чуть-чуть слилось. А давайте здесь будем чатить, а? Ну что мы там, где мы там сядем? Делать будет нечего, буду сидеть. Искать. Без бокала нет бокала. Сейчас сюда носим. Прошу, спасибо. Ну и вот и здесь вот будем пить чай. Ну что мы там будем? Что ты так, что ты пить?
Я на чай не буду, бабуль. Я чай не буду. Так. А две карты взяла эти, да? Да. Давайте, в тарелочку. Ну, мы в блюдечках, мам, чем мы будем пачкать? А кофе есть? Потому что я мам... А что, может, телевизор включить? Мне сколько взять? Мне сколько, мам, две или три? Ну, раз Максим разрешим. Так, пожалуйста. Такой сорт. И Аня вот такой пьет. Пахнет. Какие красивые розы. Это молотый кофе. Нерастворимый. На тебе чайник. Будешь наливать, а я забыла. Мам, я сама себе положу это. Это холодная. Потом еще сверху. Хватит, она не будет такой крепкий чай. Пить. Нет, а он не очень там крепкий. Там... Давай, отливай. Не выпьет она его. Да. Ну, ясно. Так, а сюда? Чей это? Ваша. Все, хватит. Да, да, наливай сюда. Там сахар есть. Там сахар остался, Алина. Там вилли положили. Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Давай свою тарелку. И пол цветочка. Как не было. Уезжает к Алине. Пол цветочка к Алине, я без цветочка. А это я бабушке. Ой, есть цветочки. Бисквит сказали надо. Ничего за то, тетя Маша не оставится. Я тут Маша не обязательно. Ай, я перевернула. Ну, видите, какой, какой вкусный бисквит. Вкусный? Конечно, вот этот бисквит внутри. А там черт не знает, что там намешано. Или крахмал, или я ничего не поняла в этом. Но это очень приятно. Вот это настоящий бисквит. Марина, самый хороший это в Калининграде. Может, у вас действительно наши деревни. Наши деревни. Господи, ну человек же должен когда-то расслабиться. Не быть же таким вот, как, правильно, как Мария. Все натянутые, все это. Хоть посмеялись, посмеялись. Я вот тогда... Слушай, это нервный срыв у меня, наверное, был, когда ее мать была. Ты же видела, что творилось? Всю дорогу хохотали. Да не нервный срыв. Почему нервный срыв? Потому что действительно было так все легко, просто и весело. И действительно ситуации такие были, что действительно было смешно. А я теперь думаю, ага, я одна ехала, да? Одна ехала. Они все на ногах. Сашины двое. Максим все семьей там и, как сказать, и клеили, и готовили, три человека. Люда двое, Саша ночь не спал, вот я делала. А я должна одна теперь. Одна их всех теперь принимали. А я одна, ну четыре человека. Они там не спали ночами. И Максим там и работу бросил, ездил. И Алена целый день там котлеты делала и все. Бабушка ели. Я не снимаю. И в деревне покоя не было. Вот так вот. Такая вода горячая. Да. Так а в деревне 5 пирогов напекла. Бак, в деревне Валентина напекла там 3 или 4. Всю ночь, наверное, не спала. Я говорю, я одна ехала, вы посмотрите, в деревне двое пироги пекли всю ночь. Ты там целый день котлеты делала и все. Максим бедный мотался. Саша, допивайте все, а Максиму не хотите налить? А он не будет лучше. Он говорит, вы что хотите, чтобы я с поломанной рукой, с будуна и напила люди в темноте? Вот слушайте, стоит солдат дежурный. Садись, Максим, хватит. Это он видел. Может, вам принести? Чего? Не, я уже тут нахлебалась и уже вообще никуда. Ну и вот, стоит солдат, держи, все, солдат предупредили. Смотри, генерал приехал, сейчас казарму придет. Ну,
Генерал проходит, говорит на этого, на солдата: что ты тут, у вас запах такой? Пока вот там генерал не понадобился, я не подсыпала. Он говорит: не свежий воздух тут у вас в казарме. А он говорит: пока вас не было, там генерал. Пока вас не было, генерал не пахло. Потому что он после перегара, генерал-то пришел. Слушай, а еще буквально на прошлой неделе рассказывала на работе, даже анекдот, тоже к слову пришлось. Помнишь, ты рассказала про дедушку Гамажу? Гамажу, эту бабушку. Ну, в садике. Анекдоты были. В садике, знаете, собрались дети в детском садике, воспитательница говорит: дети, скоро к нам придет, говорит, гость приехал издалека, и говорит, надо его приветствовать, говорит. А вот, вот так выстроили их, и говорит, надо так, говорит, значит, а приехал-то в белом вот эти, которые одеваются, кто они, индийцы или кто, да. Надо сказать: здравствуйте, дедушка Гамажу. Да, и второй с ним. Дедушка Гамажу и Джахарлоунер. А дети вот такие вот, как наши. Трудно выглядеть. Как они забыли? Я же понимаю. Да, они же забыли. Ну, идут они вдвоем. Они же одеты так. А дети: здравствуйте, дедушка Гамажу и Гамажу Пирамбабушка. Нет, мне больше понравилось, не тот ли кадить, кто перчит. Ой, господи. Наверное, очень плохо. Нормально. Может, на улице надо? Снег идет. Ага, очень красиво. Я видела уже, да. Очень красиво. Сказал, уже заворачивает. А мы отсюда? Ну, так я же говорю, с этой стороны. Я по полоскам потом пойду. Сейчас он ее подгонит. Хорошо, что здесь местечко такое, что удобные. У них да. Нет машины возле гаражей. Угу. Папа, смотри. О, вон и папа. Ну, он выровняет машину или так оставит, а? Выровняет. Еще я хочу. Как он, надо ему поровнее поставить-то. Боюсь, что из гаража могут выехать машины. Потому что неровно немножечко он поставил. Ему, наверное, плохо с рукой-то. Слушай, он так и оставил машину, а? Так вот, для себя или там... Сейчас. А еще ты борщ обещал кушать. А еще холодец обещал кушать. Понял? Ну, не сегодня уже, бабуль. А, ну завтра. Все вот это, все наспех, все. А я же так не люблю, когда это все наспех, все хуй-как, все скорее. А у меня всю жизнь вот так, всю жизнь. Со мной поздоровается с уважением. Неприятности было больше. Он как-то к этому был больше. Что, господи, любит меня. Ой. Будь здорова. Спасибо.
А слушай, может маслом надо их мазать, а? Там вы запишите, да? Ну, конечно, здесь же, где вы там? Там получше, где сметану, Людочка, вот сметана. Накладывай сразу. Они там. Традиционное литовское блюдо цепелиной. Сметану ложи. А это что такое? Да, перчатки. Бабуль, дай мне отступать. Не надо, у тебя есть. Максим, все вчера. У тебя родословная есть, я тебе написала. Есть. Ну не все еще. Все собираешь, знаешь, тебе пошире написать, но и время нет. Некогда. С каких времен? С каких времен начинается родословная? Родословная с 1850 года. И вот теперь герметично не закрыть, если не сидеть, он испортится. Конечно, его кушать надо. А зачем его оставлять? Да. Да, это под герметизацией. Пап, мне почесть. А я тебе и чищу. Ну, себе возьми половинку. Да, вкусный торт, хороший. Так, это, как говорится, моего вкуса. Не приторный. Но сладкий. Нормально. Да уже готовы я, да? Да мы уже снимаем. Эх. Как работаете? Вот это руки. У сарая и плохо фотографируют. А я не фотографирую. Она на видео. Надо вот туда, где деревья. Кстати, отсюда фотографировать. Мне мама здесь сказала стоять. Ой, господи. Мама, меньше в этом магазине вы там ноги были. Только издали посмотрите только. Там полно народа. Господи, ничего там вы не можете и купить. А что так надо покупать? Ну, не хотели там, может, сувениры такие. Ну, прямо. Сувениры. Место откопала. Слушай. Я себе место откопала. Дорога вообще сложная будет, но все равно. Ну, вон сколько на меня. Да. Ой, одной рукой, ну давай. Товарищи, скажите все в камеру пока и выключаем камеру и все. Помашите рукой в камеру. Пока! Там винт есть. Не трожь, не трожь. Алина,
Да, все, поехали домой.